Всем привет, с вами Саргас. Увы, к концу января осень все-таки закончилась, и настроение в связи с этим у меня поистине тургеневское. Теперь зима. Мороз запушил стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы. В угол я не забиваюсь, но только потому, что зимой все вспомнили о проблемах, и клиентов хоть и не так уж много, но каждый случай целая история. Но это все лирика. В прошлом видео я наконец перешел к практике и представил простой способ раскрытия чакр. Сегодняшнее видео будет посвящено тем, кто только планирует вступить на путь магии. Если вы пока еще даже сомневаетесь в ее существовании, то вы зашли по адресу. Я расскажу о том, как первый раз почувствовать энергию и слепить свой первый энергетический шарик. Итак, начнем. Чтобы почувствовать энергию, поставьте свои ладони друг против друга на расстоянии примерно 15 см и начинайте медленно сводить их, не касаясь, и разводить на расстояние до метра. Через несколько минут вы почувствуете сопротивление, притяжение или разницу температур. У большинства людей чувствуется сопротивление. Ваши ладони должны ощущаться как два магнита. Знаете, если повернуть магниты одинаковыми полюсами друг к другу, они начнут отталкиваться. Вы почувствуете нечто подобное. Запомните это положение и начните аккуратно ощупывать область сопротивления. Вначале ощущение будет мимолетно, но не расстраивайтесь. Вы почувствовали. Это главное. Когда вы ощупаете поле между ладоней, то попробуйте лепить из него шарик. Очень аккуратно сжимаете его, уплотняя, придавая форму шара. Со стороны это похоже на лепку невидимого, очень хрупкого снежка. Если у вас получилось, не прекращайте практики. Выделите хотя бы 10 минут на лепку шариков. Пусть это станет вашим небольшим хобби. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. В комментариях предлагайте темы для новых видео. До встречи!